Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас пришла отбирать спелые плоды. Хочу последний раз вам показать сорт голубые ели номер 106. Еще раз напомню, что это ранний, низкорослый, детерминантный сорт. Куст невысокий, 60-80 сантиметров. Листья резные морковного типа. Вес 100-220 граммов. И он предназначен для выращивания в открытом грунте. Но я также, как и про все сорта, объясняю, что я в теплице несколько сортов высаживаю специально для сохранения сорта. Потому что там на улице может быть и град, и все. И вот я сейчас вам быстренько покажу, потому что мне уже нужно снимать. Вот видите, уже они потрескались, они уже опадывают. Просто сейчас сделаю обзор, чтобы вы посмотрели, сколько плодов висит на этом сорте. У меня до этого просили показать его еще раз, но он был весь зарос листьями, и не видно было количество плодов. Но вот сейчас, когда они поспели, их прекрасно видно. Это нижний ярус. Первые кисти я сняла, это, наверное, вторые, третьи какие-то, я даже не знаю. Но я их сейчас буду снимать. Вверх я почти весь обстригла листья. Мне вот эти я не буду ждать верхние, когда маленькие-маленькие поспеют. Потом вот эти вот доспеют еще, которые крупные. А мелочи я брать не буду, потому что я эти вот кусты именно для сбора семян. Мне нужны крупные такие, ну, хорошие томаты. И вот еще раз хочу сказать тем, кто ждет, когда я покажу все облепленные кусты. Вы видите, как вот нижние томаты поспели, они уже потрескались. Я их сейчас все буду снимать. Они вот уже даже, я чуть пошевелила их, все опадают, уже очень спелые. Я их сейчас сниму, и вот эти, и вот эти. И к тому времени, пока поспеют вот эти верхние кисти, низ уже весь будет голый. Так что одновременно спелых томатов снизу доверху их никогда нет и не может быть. Они же спеют поочередно. Сначала первая кисть, вторая, третья, четвертая, пятая. Но вот даже без верхушки, верх еще не поспелый, все равно видно, что этот томат очень урожайный, продуктивный. На улице он у меня растет, я вам потом покажу, там он совсем другой, я его там пасынки не убираю, листья не убираю, он там елочкой, кустиком пушистым таким. Но вот здесь, в теплице, когда листья убраны, очень хорошо видно, что у него прям как завязи плотно-плотно. Вот это первая кисть, они как у меня, два ствола я оставила, первая кисть, а ну первая там, это значит вторая, третья, четвертая и так далее. Но верхние кисти я, скорее всего, я вот до сюда еще возьму, а дальше сильно мелкие брать не буду. Все. До свидания. Это с вами был, вот, а с вами была Ольга Чернова. И такой краткий-краткий видеообзор томата раннего, низкорослого, голубые ели. Это томат для открытого грунта. Он там прекрасно растет, прекрасно спеет. Но там я потом покажу, там еще мало спелых плодов, там они буренькие. А вот здесь вот видно, какой он урожайный, какой дружный. Все.